Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, друзья, с вами Стасянчик, это канал Разумовский Плей, и мы с тобой продолжаем смотреть реплей. А вот Блиц. Во-первых, хотел похвастаться, купил себе вот такой вот танк. ИС-70. У меня для него лежал скин специальный. Камуфляжик, и я приобрел еще по скидке вот такой вот камуфляж, тоже очень крутой, я его зимний поставил, думаю, будет очень классно смотреться в зимнем виде. Вот, также я получил вот рейнджера себе, вот, тоже очень прикольный, это вот в раздаче вот в этой вот, вот здесь вот было, я особый пропуск все время проплачиваю, только особый пропуск проплачиваю, и мне вот за это все выпадает. Вот, ну и, естественно, выпадает еще всякий мусор, типа вот в сертификатах, видишь, много всяких сертификатов на разные танки. Вот это вот я пока храню у себя на всякий случай, их можно все это потратить, но я не трачу, премы разные и тому подобное. Я, смотрите, только вкладываю вот в эту вот штуку, только в эту штуку. С нее я также там получаю минимум 2000 золотых, и я покупаю премы. Вот у меня уже прем как бы 45 дней. Это вот помимо всяких ивентов, там подобное, они замедляют очень хорошо, но вот 45 дней. Примерно вот на 3 месяца у меня замедлено, теперь я 3 месяца могу тупо копить золото. Вот. Ну, в этих в рейтинговых боях я так и не участвую. Смотри, у меня здесь в реплеях, в избранных, аж 20 видео накопилось. Последний у нас был 30 числа. Это квас мы с тобой смотрели. Сегодня же давай мы посмотрим, сколько у меня ИСов. 3, 4, 5, 6, 7. 7 на ИС-3, да? А по времени они какие? Сильно большие? Так, 2, 3, 4. 4, 2. Ну, так как я вначале тебе показывал свои танки, то давай сегодня мы посмотрим вот эти два видео. Да, в следующий раз мы посмотрим вот эти три видео. Или подожди, постой. Какой два? Четыре. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Сейчас, подожди, мне разобраться надо. У меня есть еще? Так, на все, на ИС нету. На Т-34 я вижу есть. Аж два видео на СУ-100. Это можно... Ага, три видео все-таки СУ-100. Короче, давай так. Сегодня посмотрим 4 видео с ИС-3. В следующий раз посмотрим 3. Потом мы посмотрим Т-34. Т-34 бластероид. Потом еще 3 су... А, 2 бластероида, да? 2 бластероида. Ага. Потом посмотрим 3 сушки. И потом будем смотреть из 8. Так. Хорошо. С чего начнем? Вот с этого давай начнем. Я не помню, что это за видео. Опять-таки повторяю, я их спустя какое-то время, когда у меня хорошее настроение, начинаю записывать. И тут может быть просто все что угодно. Короче, кот в шляпе. Точнее, кот в мешке. Какой нафиг? Шляпе. Ну да, конечно. Шляпе, в шляпе, да. Шляпа полная. Так. Захват точки и уничтожение у нас. Очень много у меня на захват точках. Я и там стараюсь играть, но... Когда квест выпадает на захват точки, естественно, это захват точки. Так, ну давайте смотреть, что у нас здесь. С кем я? Вроде я здесь один, да? Да, без напарников. Вот можешь посмотреть, какие танки против нас и какие мы тут. Вот ты, в принципе, их все видел. Это еще, по-моему, не на прокачанном ИСе. Но что-то мне здесь понравилось. Раз я оставил его в избранных. Может, просто красивая победа сама по себе. Вот, у меня будут некоторые видео, где я там максимальный урон добиваю. Где я
Ну, мастеров я давно уже не получал. И вот только один от леопарда есть, и все. Вот. Ну, в основном это да, это в основном это вот хороший урон какой-нибудь. Либо что-то такое редкое, интересное, не знаю. Вот мы тут против Иса. Ис третий против Иса. Ну, правда, тут кучкой. Вот. Вот здесь вот тоже, видишь, попытался, пролетает мимо. Конечно, не весело. Когда, кстати, гусеницу стал пробивать, я перестал себе сразу прям чинить. Одно время я прям видел и сразу починку врубал. Сейчас я понимаю, что нет. Оно того не стоит. Так. Очень интересно. Сушку разгромили. Ну тут толпой. Тут толпой очень слаженно. И враги как-то, видишь, немножко подтупевают. Ага. Вот эта вот гора очень такая читерская, так сказать. Тоже хорошая позиция у них. Видишь, все время промахиваешься. А они причем больше видят должны с горы. Они с горы, по идее, весь танк должны нормально видеть. А ты вот видишь только частями. Здесь я, естественно, прорываюсь. Потому что меня раздражает, когда стоялого какой-то происходит. Меня друг за это, наверное, не очень любит. Но не знаю, я не могу прям вот стоять. Ни пробитие, ни пробитие. Видишь, как тяжело. Но это еще не тяжело, башня поворачивается. Сейчас на десятке я понимаю, что она в разы тяжелее. Он там как-то спрыгнул. Пока 600 у меня не пробитие. Но уже 1683 урона. Посмотри. Так, сушка. Сейчас, о, она вообще промахнулась. Ну да, это неопытная, раз промахивается так жестко. Мы там уже территорию захватываем. Второй готов. От моего имени. Едем за тигром. Предпоследний танк. Но мы тут уже практически все захватили. Это я осматривался, видимо. Извиняюсь, я записываю с утра, поэтому мне небольшой как насморк, не насморк, я не знаю. Лето нос закладывает. Летом нос закладывает из аллергии, весной из аллергии. Зимой и осенью, потому что это зима и осень. Как бы нормально. О! А, тут что-то все тупят, и я что-то вышел один на один вообще, да. Они, наверное, тупят там... А, не пойму, то ли они там с кем-то вдали перефигачиваются. А я вот здесь, видишь, прям по миллиметру пытаюсь. Видишь, какой весь красный? Весь красный. Ромбиком встал, и все. А, это, наверное, победа через очки. Скорее всего, вот я пытался записать. Не знаю, ну, короче, эта победа мне понравилась, я ее поставил в избранное. Не знаю для чего, но зачем-то поставил. Может быть, из-за урона, то есть, что 2600 я получил. Скорее всего, так и есть. Скорее всего, из-за урона. Вот деньги. Первое место по урону. Так, вот такая вот интересная победа была. Давай дальше смотреть. Избранные, опять-таки. Вот это неудобно, что каждый раз так переключать приходится. Так, вот он. Мидлбург. Следующий у нас. Это нормальная карта. Есть просто очень неудачная, мне не нравится. Здесь такие... Опять без друга. Опять я сам по себе. Так, сразу это убираем. Так, 3, 2, 1. И погнали. Что же здесь тебе привлекло, Стас? Интересное такое. Естественно, они видео идут по возрастанию и по, так сказать, практически крутости, как бы по нарастающей. Мы начинаем с простенького и... Пошло, пошло, пошло.
Потому что там уже уровень игры другой, уже выше. Вот, например, на тот момент у меня уровень игры был хуже, чем вот то, что сейчас. Сейчас у меня уровень игры в разы лучше, я уже больше по танкам разбираюсь. Вот ВК 100, это прям вообще жесть. Видишь, у него все борты красные, его только спереди. Тут у меня, я даже не помню, возможно, у меня стоковая пушка стоит. Вот, точку захватил, меня тоже не пробили, я тоже хорошо там ромбиком стоял. Причем 710 не пробили, нормально. В общей сумме. Мне сейчас очень нравится на ИС-7 кататься, там на досушке какая-нибудь стреляет под 600 и не пробивает. Вот это вот прям вообще, наверное, обида. Видишь, здесь под корму попал. Ну, между гусеницей как бы и основной частью. Наверное, корма, наверное, называется. Вообще туда очень хорошо бить. Особенно очень хорошо туда бить и сам. Потому что у них там топливный бак находится. В той части. Видал? Ха-ха-ха. Вот так вот. Вот так вот. О, он едет из, видишь? У него ромбиком сам корпус располагается. А что-то у нас там жесткое. Катается. Это мы уже спокойно заезжаем. Это, видишь, не видит, что с его напарником происходит. Но у него там свое сражение, ему плевать. Поэтому мы спокойно отстреливаем. Так, так, так. Да, скорее всего, здесь по количеству урона. Смотри, просто непробиваемый. Я про себя, естественно. 1500 уже, и не пробито. Оп. Таранчиком уничтожен. Там на чат не обращать внимания, там часто много что пишут. Вот, я его потом со временем отключаю, потом опять включал, мне скучно стало. Когда выбешивает, я его вырубаю. Когда мне скучно становится, я обратно включаю. О, пробитие. Да, здесь, скорее всего, тоже по урону, смотри, уже 2800 урона набрал. Скорее всего, из-за урона. Причем, видишь, у нас вообще ситуация. Они, типа, по очкам побеждают. Вот. Но по очкам не значит, что победят. Ну, какая перезарядка долгая у ИСа. Это прям его... Его вот большой-большой минус, так сказать. И разброс у него просто огромнейший. Ну да, видишь, 3200. Не дали мне забрать танк. Там кто-то вообще 5 побед. Ну, 5 танков забрал. Кто-то у нас очень крутой. А я вот 2800. Там будет еще больше. А, 3200 даже. Вон, 3200. А вон даже какую-то медальку дали. Что за медаль? Поддержка. Понятно. Так, 41 000. Не помню, с бустерами это проходило, без бустеров. Ну, возможно, с бустерами. Потому что я не припоминаю, что такие деньги... Хотя, может и без бустеров, их знает. За победу столько урона. Так, Эль Аламейн. Тоже захват точки. Опять без напарника. Сам по себе. Очень много десяток, 2 9. Также эти видео смотрю, чтобы это, ну, оставляю такие вот удачные видео, чтобы посмотреть, где примерно можно скрываться, куда отходить, если все удачно прошло. Потому что карту, чисто карту включать и гонять по ней как-то это скучновато, а вот чтобы именно прям готовое, ну, готовое было вот это вот все. Сказать-то. Ну, чтобы по карте ездить уже и запоминать в игре, это как-то повеселее, но очень долго. Конечно, можно уделить время, там, часок-другой. Но я так не люблю. Чтобы чисто ездить, все запоминать. Так, примерно. Получается.
Так, здесь я задом отхожу. Это, за это меня друг ругает, что я все время вот так катаюсь. Как бы на меня сейчас могли спокойно повернуться. Вот, например, вон тот он. Вон та десятка. И раздолбать меня хорошенько. Так. Подожди, а это же... Это же ИС-8, да? А мы, по-моему, из третьей... Ну, попало ИС-8, неважно, короче. Попало и попало. Короче, вот такой вот ИС-8 у меня был. А должно было быть видео с ИС-3. Ну, мы все поняли. Короче, не удивляйся, если потом оно же опять попадет куда-нибудь на видео. Но тут более-менее нормально противник играл. Просто им не повезло. Просто им не повезло, а они почему-то решили, видишь, кучкой как бы все поехать. Ну, как... Вот тут вот, видишь, здесь стояло вот тупое. Он просто стоит, никуда не едет, ничего вообще, плевать просто. Вот решил поехать непонятно когда. Когда уже все. Так. Ух, там у нас прям обстрелы сзади. Друг. Так. Гриль. Ох уж этот гриль. Зачем он вперед выехал, непонятно. Вот такая вот коротенькая победка. В 2 минуты. Что у нас тут? Так, 2300. Ну, да, такое. Просто сильно. Может быть, из-за очков. Я тут из-за того, что сколько денег получил, сделал. Потому что, видишь, даже так третье место. Ну, мне просто понравилось. Просто понравилось, как, в принципе. Все произошло. Так, вот, зимняя малиновка. У нас еще зимняя малиновка и малиндейка. Все, и на этом мы сегодня закончим. Будет чуть дольше, но, видишь, своей тупости, по своей тупости. Ничего не сделать. Так. Я тут, по-моему, тоже, да? А, нет, смотрите, здесь уже с Гентоки. Здесь уже с напарником. Так, мышку уберу в сторону. Карта ужасно нелюбимая, я до сих пор в ней не понимаю, куда ехать. Нормально надо. То, что мы здесь победили, это прям... Ну, это не моя заслуга, это точно. В некоторых битвах прям моя заслуга, моя-моя, а вот в некоторых... Не знаю, я не поверю. Я не помню, но я не поверю, что на этой карте могла быть моя заслуга. Потому что, видишь, просто, вот просто одни горы, я вообще не понимаю, где, кто находится тут, просто, по сути, прятаться можно где угодно, но если ты где-нибудь танк встретишь, то это все, тебе не укрыться, так сказать. Тут хорошее укрытие, скажем так, от сушек, для... вот я играю сейчас за сушки, за ТП, или ПТ, ну, не важно, за ПТ-САУ, ПТ-САУ, да, наверное. Вот, и это прям очень тяжело. Многие из них медленные. Многим из них нужно издали, где-то стрелять издали, нифига не получается. Это ты просто так стоишь, вон, видишь, кто-то промахнулся. Это нужно стоять просто, выжидать, когда, чего, кто, почем. Когда кто-нибудь вылезет, выстрелит. Вот что я сейчас не повернул слева, там, не выстрелил вот этому вот в жопу. Вообще не знаю, он там что-то разворачивается. Правильно делает, что разворачивается. А я выехал, вообще позиция супер, да? Выехал, нашел, где выезжать. Стою как дебил. Я еще не знал вот про эти вот. Про Эмили, так сказать. Что он такой жесткий. Пробиваю его, еще что-то пытаюсь, видишь, что-то тараню, что-то не даю нормально. Он красивую позу, видишь? Красивую позу встал.
чтобы убили. Когда мало хп, и таким образом противник сдается. Он встает в красивую позу и стоит, чтобы типа умереть красиво. Это частенько бывает. А, да, вот здесь разрыв сушек у меня происходил. Я тут сушки разрывал. Вот как раз одна сушка разорвалась. Все, я вспомнил эту битву. Да. Блин, обалдеть. Она была, я не знаю, почти месяц назад, наверное, это видео. А я помню, что тут происходило. Как... Да, вот как раз разворачивает сушку. Хоп, все, уничтожена сушка. Мне вот этим видео и понравилось. Я этим и решил себе захватить. Просто всех разрывал. 4 танка уничтожил. Видишь, 4 танка. Мне тут даже медальку должны дать, да. Да, вон медальки дали. Так, 36 тысяч. Причем урона не так много. Но скрысил. Так, что у нас дальше? Дальше у нас последний из третьей должен быть. Так, вот это вот. Молендейк. Карта с мельницами. Приятная карта достаточно. Вот, опять здесь с Гентоки. Я пока особо ничего не записываю. Вот. Но, как ты заметил... Начал в эти выходные уже что-то записывать, выкладывать. Перерывы были большие. На работе много дел. Думал, что-то в будни записать, ничего не записал. Думал, что-то в субботу-воскресенье записать, ничего не записал. Ну, в прошлую субботу-воскресенье. Что-то ничего не вышло. Я знаю, что стрим уже который неделю нету. Ну, не было. Потому что в это воскресенье у меня по планам должно быть. Должно было быть стрим. Потому что это видео, скорее всего, я не знаю, в понедельник или вторник. Вон, друг меня подталкивает, помогает. Типа, езжай. Он еще мне только говорит, я буду тобой прикрываться. Вот на АМХ, он у него картонный. А что хотите от легкого танка? Вот. Подтолкнул меня. С горочки. Я поблагодарил, естественно. А у него, потом, как выяснилось, у него чат закрыт, он не видит ничего. Кстати, если правую кнопку мыши зажимать и... одну минутку. Если правой кнопкой зажимать правую кнопку мыши зажимать, то можно спокойно крутить, поворачивать, не поворачивая башню. То есть смотреть по сторонам. Оп. Такой сюрприз. Не ожидал, что здесь кто-то есть, а тут из третий. Просто рандомный танк. Танк, который постоянно чем-то рикошетит. О, а здесь вообще у нас захват произошел. Приехал. Тут за нами погоня. Смотри, какой красивый, да, Т-12. Прям хорошо выглядит. Это я, видишь, в угол специально стою, потому что у меня нижняя часть между гусеницами, как бы между левой и правой гусеницей спереди, у меня картон, очень большая дыра, куда можно стрелять. Смотри, какой прям дракон, я не знаю, что это за скин, это что-то... Т-12 это кто у нас, японец, что ли? Я только по скину говорю, что это японец, а это, наверное, не японец. Скорее всего, было какое-то событие до момента, когда я начал играть. Потому что я, напоминаю, я играю только второй месяц. Вот здесь вот примерно месяц игры есть, примерно. Примерно месяц, и уже вон какие достижения. Так, что у нас тут дальше? На кого мы едем? Ага, все-таки я вот увидел цель. Решил помочь с Т-25. Ну правильно, фланг прикрываем по полной. А тут я поехал вперед, потому что мне плевать. Потому что я ненавижу стоялого. Ну а сейчас мне дадут. Мимо. А, не, не мимо, смотри. Не, все правильно, тот, наверное, спереди мимо, а этот в бочину. Мне это Т-43 или какой там, Т-49. Даже, по-моему, Т-49, да? Он был... Если не ошибаюсь. Опять-таки, видишь, все стоят что-то. Ждут.
ждут главнокомандующего. Я не знаю, почему танки так боятся. Ну, там у них, наверное, хп почти нету. Вот они, наверное, и стоят. Смотри, все готовы, все перезаряжены. Вот он где-то здесь. Где-то тут было же видно. Я бы с его стороны тоже в низину уехал. Ага. В низину, конечно. Это вот самое ужасное на тяжелых танках, ездить, гоняться за легкими танками. Если ты остался один на один с тяжем, это прям просто делаешь круг по карте. 180 градусов, так сказать, солнышко. Ну, не солнышко, я не знаю. Полумесяц. И там спокойно уже уничтожаешь противника. Вот такие вот интересные бои. По 2000 урона. Он даже что-то дали. Воин, наверное, да? А, братья по оружию вообще. Какой воин-то, да? Откуда? Это то, что я минимум, по-моему, 2 танка уничтожил. И там 2 танка минимум уничтожено было. 64 тысячи. Ну да, скорее всего, бустеры какие-нибудь использовались. Вот, мне кто-то дизлайк поставил. Мистер 30. Это наш кто-то, нет? Нет, это не наш. Кто-то из противников, ему что-то не понравилось, да? Да, вот, мистер зомби. Мистер зомби в кино, крушитель. Крушителю что-то не понравилось. Ну, крушитель — это его проблема. Вот, а на этом тогда всего. Получается, да, получается, на этом все сегодня. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на Boost, на Discord канал. Вот такие вот будут продолжать выходить видео. Вот. И всем удачного дня. Всем пока-пока.